У меня, короче, крутые стикерпаки. Ну ладно, переходим к теме ролика. Ребята, вы знали то, что я очень крутой? Сейчас переходим, правда, к теме ролика. Смотрите, сегодня я буду рассказывать про свою жизнь. Я, короче, ну, как сказать, более-менее обычный нормальный чел. Да, я знаю то, что я передаю плохой пример тем, кто меня смотрит, но я бегал по гаражам много раз. С гаража на гараж прям очень-очень с большого расстояния прыгал. Кстати, кто смотрит из моих друзей видос, помните это время, когда за нами гонялся желтый там всякие? О, уже минуту прошла ролика, что? Ну, буду рассказывать теперь правду о своей жизни. Например, смотрите, я помню свою жизнь почти наизусть, только первый, второй, третий год жизни не помню. Ну, типа, тогда был малым. Начну с команды черных, которую я придумал, и она такая даже про детей. Ну, как сказать, я имею в виду про детей. Я имею в виду то, что она детская. Типа, ну, я ее придумал в детстве, и там было... И сейчас ее много кто покинул, и поэтому она детская. Потому что, когда все выросли, все ее покинули, а я ее помню. Смотрите. Про команду черных есть много даже историй. Начну с первой. Когда у нас была первая битва. Когда нас было только четверо основных. Яна, Никита и я. Тогда, ну, все было даже топово. Вообще, отлично. Там чел на велике ехал, он нас обзывал, харкался, камнями кидался. А мы просто взяли его сзади, палку и просунули между колесами вот так. Типа вот колесо. А, ну, просто... Вот, типа колесо. Смотрите. Я специально кое-что приготовил сейчас. Я приготовил специально пластилин, чтобы сейчас вам... Примерно это показать. Так, а где он? А где? Ну, ладно, вот это возьму. Типа, представьте. Вот колесо. Сейчас. Вот колесо. И... Типа, мы ему просунули вот туда. Вот так вот в колесо. Короче, палку. И он просто дальше не мог ехать из-за этого. И он просто затормозил, а потом ему пришел конец. Ролик 3 минуты идет. Я буду делать небольшой ролик, поэтому, ребята. Андрей, пересмотри это видео и запомни то, что делаем ролики максимум 5 минут, ровно 5, не больше. Ну и поэтому, смотрите, ребята. Я сейчас могу вам рассказать то, что я слишком крутой. Не, ну если честно, на своем районе раньше я принимал достаточно хорошее уважение. Ладно, давайте буду дальше про команду черных. Я ее придумал, когда я еще был малым, мне было лет 6. И я вообще так жестко был таким самым главным. Но наша команда сейчас распалась. Еще в 2021 году одни из самых главных, может быть, кто-то еще, потому что уже многих из команды черных я давно не вижу. Очень давно. Я не знаю, что с ними. Но если вы смотрите этот ролик, то... Пишите в комментариях, где вы. Ну, смотрите. Я, короче, могу вам рассказать еще кое-что на последние минуты, секундочки. То, что, типа... У меня забивные штанишки с пиратиками. Но... Наша команда распалась. Самое главное распались, которое я вам рассказывала. Никита, Яна. А я остался. Осталось мало кто. Но... А всем спасибо за просмотр. И всем... Пока. Это моя...